тоже даты, когда мы должны были праздновать 15-летие группы. Но сегодня можно сказать, что мы отмечаем и выход нашего альбома. И 15-летие группы. Это у нас огромное место, хочу представить вам своих друзей. Александр Монетин. Андрей Голанов. Алексей Хардов. Вячеслав Молчанов. Ну, а на нас все лёд, лёд.
We'll be right back.
Спасибо всем вам огромное, друзья. Спасибо, Кострома. Вы знаете, мы вчера имели возможность погулять по вашему замечательному городу, ходить в парк и просто посмотреть на замечательный город. Я считаю, что вот такие города, как Кострома, это настоящие русские города, в которых еще сохраняется душа нашего народа. Очень приятно всегда бывать здесь, в Костроме, в Ярославле, в Иваново, в других наших русских городах, где нас всегда ждут, нас любят. Спасибо всем вам за то, что вы сегодня были вместе с нами, за то, что провели замечательный вечер, за ваши цветы, за ваши подарки. Спасибо всем вам огромное, друзья. Огромное спасибо Кострома за Ивана Сусанина отдельно. Спасибо! Спасибо, друзья! Берегите ваш город, берегите нашу Кострому. До свидания. И храни вас Бог. Спасибо. Молодцы. Давай. Еще раз всем вам огромное спасибо, друзья. Насчет песни «Штиль» могу сказать отдельно. Дело в том, что у нас есть любимецкая договоренность с группой «Ария». Мы не поем эту песню. Вот когда они поют, я думаю, что они обязательно ее споют. Договорились? Спасибо, Андрюша. Возьми цветы, Андрей. Спасибо, друзья. Спасибо, Кострома. Огромное всем спасибо!